Всем доброе утро. Я сегодня нахожусь на территории Херсонской областной клинической больницы. Так, когда сюда заходишь, кажется, как будто попадаешь в зону какой-то заповедник. Чем-то сравнимый с заповедником Аскания Нова, дендрариумом. Но это все-таки больница. Но очень красивая. Здесь есть уголки природы, которые я вам хочу в этом видео и показать. Обратите внимание, какая красота. Как все чистенько, как все убрано. Класснячая мельница. Супер. Из листвы выглядывает. Божья коровка. Мне кажется, что нету клочка земли, который здесь не ухожен. Вот здесь есть такое кафе. Здесь можно попить кофе, позавтракать, пообедать и поужинать. Так как кафе работает, по-моему, до 7 вечера. Также здесь есть первое, второе и компот. Всегда свежая домашняя еда. Вы слышите, да, пение птиц? Как красиво здесь. Это корпус ожогового отделения. Сейчас видите. Его приводят в порядок. Это один из первых корпусов на территории областной больницы. Лягушка. Вот тоже нашли применение скатов и украинок. А это агава. Вы не поверите, она, например, на 1,50 м, 1,60 м, где-то так. Да. В теплое время года она радует, как бы сказать, пациентов в больнице, да? А вот в холодное время года ее бережно, аккуратно выкапывают и отправляют в корпус. Ну, в данном случае это хирургически. Там она зимует. Кто был в Аскании Нова, да, там вот тоже такой виноградник полностью оброс башню. Водонапорную, тоже очень красиво там. Молодцы, да?
Согласитесь со мной, сотрудники больниц хорошо работают. Фантазия, смекалка, в плане. Каждый свой уголочек старается максимально приукрасить чем-то интересным и необычным. Вообще, оно просто красиво. Очень красиво. А главное, чисто. Все убрано. Так как сейчас 5 утра, здесь никого нет. Здесь можно водичку попить. Чистенькую, свеженькую. Вау, ну просто. У меня нет слов. Как же здесь все красиво. Конечно, лучше сюда не попадать. Но раз уж так случилось, то здесь, в этой парковой зоне, можно отдохнуть, посидеть, собраться мыслями. Я несколько раз, проезжая здесь, просто заходил сюда и сидел на лавочке, дышал этим воздухом. Знаете, я даже и не знаю, где еще в Херсоне есть уголки вот такой природы. Вообще, в Херсоне несколько больниц, но подобного там такого нет. Если брать какие-то еще учреждения, и там так бережно и с любовью не относятся к участкам. Тоже молодцы придумали, да? Такой своего рода импровизированный скоречник. Это корпус ревмокардиологии и неврологии. Здесь раньше на втором этаже был балкон. Сейчас его спилили. И вот так декоративно, красиво привели корпус в порядок. Красили. Это пятиэтажный хирургический корпус. Это ожоговое отделение. И вон прямо трехэтажный, это терапевтический корпус. За областной больницей, сразу за забором, идет областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Тут бы хорошо устроить кемпинги, но нельзя. Это здесь зона для курящих. Отведена. Здесь одна зона. И вон там дальше. Там дальше немножко
Второй участок есть. Знаете, складывается ощущение, как будто в парке побывал. Действительно. Утро, свежий воздух. Хотя бы еще чашечку кофе не помешало бы. Так что спасибо, ребят, за то, что смотрели это видео. Цель этого видео была показать вам парковую зону Херсонской областной клинической больницы. Так что подписывайтесь на мой канал, заходите на мою страницу в Facebook, Одноклассник, Twitter, Instagram. Я есть везде. Так что спасибо еще раз за просмотр. Я вам сейчас еще покажу, как смотрится главный терапевтический корпус. Это второй этаж эндокринологии. Там всегда лежала моя мама. Все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.